Значит, вот это одна из ранних моих работ, «Дастан». Там даже годы 1970 года. Эта работа для меня очень знаковая. У нее есть своя история. В 80-м году, когда я приехал в Москву, у меня первая выставка была в МГИМО при содействии нашего уважаемого президента, который там преподавал в то время. А в 83-м выставка в Академии МВД СССР. И вот эту работу вместе еще там 5-6 работ купило Министерство культуры СССР. Вот то, что вы сейчас снимаете, «Дастан». В 95-м, когда я уезжал в Германию, только исключительно благодаря Таиру Салахову, я выкупил свои же работы из Минкультуры и привез. Вот это одна из этих работ. Возможно, она профессионально не зрела, мне так было 20 лет, опыта не было. Но вот, мне кажется, я постарался показать там все, что тогда я знал. Вот коротко об этой работе. Значит, перед вами работа тоже для меня знаковая. «Салам, Азербайджан». Ее первый вариант, 60 на 60 назывался просто «Салам», но композиция приблизительно такая. Пирамидальная композиция по краям фигуры. И в 2005 году эту работу, вот первую «Салам», когда приезжал президент Ильхам Алиев, официальный визит в Германию, я официально в присутствии народа передал им эту работу в дар признательности и уважения. Вот в этом году, хочется добавить, у меня была персональная выставка в Национальном музее Азербайджана. Вот эта афиша. Выставка называлась «Посвящение». Вот на афише вот эта работа и была напечатана. Нашел ее? Сделай наезд. Вот, вот. Не, ниже, ниже. «Дастан». Вот, вот это «Дастан». Посередине, справа. Угу. Значит, это... Говорить. Ну, ты сделай наезд. Убери вот эти лишние вокруг него. Еще как можно ближе. Значит, вот это одна из ранних моих работ, «Дастан». Там даже годы 1970 года. Эта работа для меня очень... знаковая, у нее есть своя история. В 80-м году, когда я приехал в Москву, у меня первая выставка была в МГИМО при содействии нашего уважаемого президента, который там преподавал в то время. А в 83-м выставка в Академии МВД СССР. И вот эту работу вместе еще там 5-6 работ купило Министерство культуры СССР. Вот то, что вы сейчас снимаете, «Дастан». В 95-м, когда я уезжал в Германию, только исключительно благодаря Таиру Салахову, я выкупил свои же работы из Минкультуры и привез. Вот это одна из этих работ. Возможно, она профессионально не зрела. Мне так было 20 лет, опыта не было. Но вот, мне кажется, я постарался показать там все, что тогда я знал. Вот коротко об этой работе. Значит, перед вами работа тоже для меня знаковая. «Салам, Азербайджан». Ее первый вариант, 60 на 60 назывался просто «Салам», но композиция приблизительно такая. Пирамидальная композиция по краям фигуры. И в 2005 году эту работу, вот первую «Салам», когда приезжал президент Ильхам Алиев, официальный визит в Германию, я официально в присутствии народа передал им эту работу в дар признательности и уважения. Вот в этом году, хочется добавить, у меня была персональная выставка в Национальном музее Азербайджана. Вот эта афиша.
выставка называлась «Посвящение». Вот на афише вот эта работа и была напечатана. Залах около 100 работ. Привез. Вот эта работа «Заводинская сюита». Здесь есть цветовой. Вот это тоже одна из последних работ «Бакинские красавицы». Из каждой страны я привозил сувениры. Вот это, например, из Индии. Это из Индии. Вот это японский сувенир. Вот это из Венеции. Вот это из Египта. Может быть, открыто? Нет, ничего. Все это не красиво. Özünü şah bilir. Məni dərviş deyən süsnünə məddah bilir. Etmişəyəm sanki zənəxdan və gizlincə nəzər. Nə bəlalər gələcək başıma Allah bilir. А вот эта работа, которая на афише, она от нашего правительства подарена в дар ООН и висит на третьем этаже. Большая работа. Вот это выставка афиши Ватикана, но это копия афиши, это в турецком доме в Берлине выставка. Успеваю? Вот это в президентском дворце выставка в Бухаресте. В русском доме в Берлине выставка «Пространство времени». А вот это в прошлом году выставка в Москве, в Азербайджанском культурном центре, юбилейная выставка при содействии Левы Ханумадзе. Она открывала вместе с нашим послом. Это очень интересно, что Алмания, Министерство юстиции, галерея, я был первый иностранец, художник, чья выставку сделали в этом Министерстве юстиции. У меня там была тематика «Азербайджанское море», «Каспий» и «Цветы». Вот, по-немецки «Kunst aus Azerbaijan», «Искусство из Азербайджана». Искусство изобразительное в нашей республике. Хочу сказать, что вы как пригласительный билет выставки Институт культуры и дипломатии Берлине. Я тоже был первым иностранным, чья выставка была там. Вот эта работа нужна сюда. Dağlarda dağ ətir var. А тоже одна из последних работ. Dağlarda dağ ətir var. Mənim səm sinəm yumun. Sinəmdə yer ətir var neynəyi. Ну, конечно, да, это просто. Thank you.
başım sulandı ben neyleyim? Sen bir devlet vermedin.